Пожалуй, главная тема для шуток в интернете последнюю неделю – упаковки куриных яиц по 9 штук, которые появились на полках продуктовых магазинов. Объяснение довольно простое. Производитель старается сохранить ценник на прежнем уровне, урезая стандартную порцию товара. Так вспоминается и шоколад по 90 граммов, и молоко по 930 миллилитров. Впрочем, девяткам яиц дело не ограничивается. Некоторые производители все же решились на повышение цен в связи с повышением НДС до 20%. У нас НДС повысили с этого года, с 2019-го. По сравнению с прошлогодними ценами, вы видите какую-то разницу? Ну, на некоторые категории товаров. На какие? Яйца, на корм для домашних животных. Вот я не знаю, как в нашей области, и, по-моему, на бензин где-то подорожало, так? Больше не знаю. Вы заметили повышение цен? Да, в декабре уже выросли. В декабре выросли цены. Подробнее, на какие категории товаров и на сколько? Ой, ну я не отслеживала, но на многие, на многие. А сильно выросли цены? Ну не очень сильно, но все равно как бы это не очень хорошо для народа-то, я так думаю. Что... Ну немножко повыше вроде. Хотя разброс цен очень большой, то есть выбрать можно всегда. Вы замечаете, что цены растут или еще пока не очень? Мы каждый день замечаем, что цены растут. На какие категории товаров в основном? На продукты. А остальное мы никогда ничего не покупаем, потому что все старое донашиваем. Немножко выросли. Насколько, как вы считаете, выросли цены? Не могу сказать. Ну, то есть какие-то категории товаров, может быть, отдельные? Ну, яйца, например, я заметила. А так, не знаю. Да на все. Я не вижу, чтобы цены не росли. На все абсолютно. Вот вы смотрите в свой чек. Вы, видите увеличение стоимости продуктов в этом году? Я не вижу. Пока не вижу. Сеть старается держать цены на прежнем уровне. Все как было в прошлом году цены, так и остались они? Нет, повышение, конечно, было. Ну, на яйцо, вот на птицу. Ну, а так, в принципе, пока не ощущаем сильного повышения. Каждый день прихожу в этот магазин, и каждый день понемножку повышается, я не заметила. Вы заметили повышение цен в магазинах? Да. На сколько, на какие категории товаров и на сколько процентов в среднем? В основном на продукты питания. На сколько повысились цены? Примерно. Не анализировала я, но так процентов на 20-то повысились. По сравнению с прошлым годом на 20%? Примерно, да. Вот покупаете еду, вы заметили, что цены стали выше или нет? Не-а. То есть все осталось на прежнем уровне? Я просто не обратила внимания. Заметила на яйца, рублей на 15. А еще какие-то категории товаров подорожали? Пока вот еще не сравнивал, не могу сказать. Дыхана все подорожало, яйцо подорожало, все. И фрукты все. Все подорожало. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Да, слышим.